Друзья, я напомню, что любительская футбольная лига договорилась об акции с немецким футбольным союзом и с посольством Германии о вручении 300 мячей лучшим командам и игрокам западной лиги. И некоторое время назад мы вручили уже первый такой приз Евгению Елисееву за то, что он сочинил стих про любительскую футбольную лигу. В этот раз хотели бы отметить уже целиком команду «Сокол», которая выступает в мини-Москве, в Еврокубках для команд, которые выступают в низших дивизионах. И команда проявила недюжую волю к победе. Вань, мы в любом случае отмечаем это нашим коллективом, нашей лигой. Вы были на волоске от того, чтобы вылететь, но каждый раз эту ниточку дергали и оставались. Мы бы хотели бы такой приз его обозначить как за волю к победе. Расскажи, пожалуйста, какие команды вы обыграли, и я тебе вручу этот мяч. Ну, мы прошли первыми, первая команда была Дубровка, то есть не первая, а вторая, наоборот, первая команда была в ГИК. В ГИК мы уступили на выезде сначала 3-4, ну, как бы мы были полны уверенности в том, что дома ответную мы выиграем, так, собственно, и получилось, единственное, что не без нервов, конечно, вот, но все равно добились своего. Через пенальти, к сожалению, не без нервов, еще раз повторюсь, да, вот. Но прошли в ГИК, и дальше нам попалась Дубровка, команда из Капотни. Мы не очень были довольны жребием, потому что ехать на Капотни, как бы, от нас получается, ну, не самый близкий путь. Вот. Ну, ребята приехали к нам сначала, обыграли нас. Мы гостеприимно оказались 4-3. Дома уступили, а нет, 5-3, вру. 5-3 уступили дома, вот. Не собрались, что дома, как бы, у нас была одна замена всего, что на выезд поехали, самый отчаянный, получилось тоже 8 человек и одна замена. То есть состав полностью перетасован, но мы, как бы, уже понимали, что вряд ли получится. Отдадим, конечно, все силы, но вряд ли получится на выезде с таким составом нам обыграть Дубровку, соответственно, пройти дальше. Но получилось так, как получилось, зацепились, выиграли 2-0, опять наши любимые пенальти, ну, в кавычках, соответственно, мы, конечно, не очень рады тому, что проходим по пенальти, но, как бы, дареному коню, как говорится, в зубы не смотрит, поэтому мы очень довольны, что прошли в 1/4. Соответственно, в марте постараемся как можно дальше Мы это пройти. отмечаем и дарим Соколу в твоем лице этот мяч, чтобы им Спасибо. вы забивали весной и выиграли Еврокубок. Спасибо большое. Вручаю этот мяч и с наступающим Новым годом. Спасибо.